сегодня мы еще с вами будем сеять львиный зев. Львиный зев, он тоже, все его знают, этот цветочек. Очень львиный зев, его еще называют собачки. Мы в детстве были такие цветочки желтые, на полях росли. И вот они тоже такие же похожие, только помельче. Собачками мы их тоже звали. И вот львиный зев тоже называют собачками. Так, простонародье. Сходы, почему сейчас сходы появляются через 8-12 дней? Сею каждый год, поэтому и в этом году тоже буду сеять его. Мне нравится, он украшает. Семена у львиного зева просто мелкопыльные. Сейчас я вам покажу. Да вы, наверное, знаете, но все равно. Сейчас как посмотрим мы на них. Мы их заделывать в почву не будем, потому что мелкие семена в почву не заделываются, а сеются поверхностно. Конечно, очень много тут семянок. Вот. Очень много семянок, но ничего. Это вот красный львиный зев, очень даже одного цвета. 40-45 сантиметров высотой. Это однолетние. Очень красиво смотрится. Так, когда он в кучечке, не по одному цветочку. Вот посмотрите, как у лобелии. Даже чуть покрупнее, лобелия вообще мелкая. Как у лобелии семянки. Вот. Но мы будем поверхностно их. Заделывать в грунт мы их не будем сейчас. На пальчик беру и вот так вот по поверхности рассыпаю. Ну все, это я уберу обратно в пакетик, потому что мне столько не надо. Ой, у меня еще есть один пакетик. Так, ну все, мы с вами посеяли. Теперь сверху чуть-чуть прям сбрызнем тоже водичкой, чтобы у нас семянки прибились к земельке, чтобы они почувствовали, что о, земля, о, тепло, надо, скорее. Ну все, закрыли мы крышечкой, подписали и уберем в теплое место. Ну это потом, сейчас пока здесь поставим. Вот такой еще будем сеять львиный зев. Львиный зев, Калифорния. Тоже 18, при 18-20 градусов всходит. Да, по-моему, что-то он недели две всходит. 8-12 дней. Вот. Ну что, теперь будем сеять мы другой львиный зев. Это разноцветный. Тут всякие цвета, и белые, и красные, и розовые. Сейчас высота у него до 90 сантиметров. Это почти высоковатый. У меня прошлый год был львиный зев, я садила. Вот, и вы знаете, в общем-то, ну, себя неплохо показал. Красивый был, все. Но он заваливался ставить колышки и подвязывать. Вот, накрываем стрейч-лентой. Вот все, мы с вами посеяли. Потом поставлю на блюдечко, чтобы, если, ну, тут не сильно влаги много. Вот. И уберем в теплое опять же место. И будем с вами смотреть. Ждать наши растюшки, когда они появятся. Ну, ладненько, будем прощаться со всем. Всем пока-пока. Заходите на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Мы вас очень любим, уважаем. Смотрим ваши ролики. По мере возможности отвечаем. Всем пока-пока.